Dios. Congratulations! Давайте еще раз поздравим Тиму и пожелаем, чтобы его инструменты играли, звучали, потому что они там достойны по-настоящему. Congratulations! Ah!
Поздравляем тебя, твоего друга, с возможностью созидать музыку вместе. Дорогие друзья, все песенки у нас новые. Покажи, пожалуйста. Друзья, хочу сказать, что Аня Королева написала все композиции сама, а мы только играем. Композиции Анны Королёвой. Она написала специально все композиции для моего саксофона, который называется Black Sax Exclusive, который выпускается в России. Он не поет, он только играет саксофон. И все композиции... Почти все композиции написаны, но посвящаются совершенно точно. Кстати, сегодня, дорогие друзья, мы все джазовые музыканты с джазовым образованием, и сегодня Международный день джаза, с чем мы вас и поздравляем! Ура! Пока есть импровизация, пока есть мы с вами, все будет у нас, да, Black Sax, все, мы будем Black Sax, все будет Black Sax. А следующая композиция называется «Ангел 727». Дорогие друзья, кто не верит в существование ангелов, напрасно. Я знаю минимум двоих. Thank you.
Слава тим, когда на блесах. Thank you.
Дорогие друзья, в конце нашего первого сета мы все-таки споем вам песенку, если вы не против. Здесь есть кто-нибудь?
Дмитрий Лугдин, Федор Тольский, Вартан Бабаян, Федор Ильшин, Тим Казанов, основатель ВСАС. И Анна Королева, ваша бесконечная королева, которая написала все композиции сама. Очень много композиций, очень много, тот фонограмм понравился. Единственное, у барабанов нет, но он играет под фонограмму. Спасибо, мы к вам вернемся через какое-то время небольшое. Дорогие друзья, ну как вы здесь? Как вы себя чувствуете? Вырос мой кофе. Такое, вроде бы странное название, да? Почему? О, там те Андрей Герлот, которые танцевали уже под ней, которые знают, ребятки. Будем привлекать обязательно настоящее танцинговое движение, потому что, ну, на нашей для Нео-Со, Black Power, реально танцинговое движение — это неотъемлемые вещи. Мы надеемся на то, что в перспективе у нас будет содружество, сотрудничество. А как вы считаете? Хорошая идея? Считать, что вы нас благословили на это дело, дорогие друзья. Вырос мой кофе. Ну, такое название. Оно говорит о том, что иногда, когда хочешь задать очень серьезный вопрос, ты задаешь очень глупый вопрос. Thank you.
Друзья, нам очень приятно, сегодня пришел к нам в гости мой педагог по саксофону. Зовут его Сергей Константинович Рязанцев, заслуженный артист России, профессор. Нам очень приятно, что он пришел нас послушать, мы очень волнуемся. Поэтому играет очень хорошо сегодня. И звучим тоже, поэтому это только сегодня. Хочу напомнить, что Аня Королева написала все композиции. Сегодня мы играем авторскую музыку, исключительно написанную Аней. Ваши аплодисменты, очень талантливый человек, мы ее очень любим. И играем ее музыку. Сами доплачиваем, чтобы играть ее музыку. Авторски. Я хочу напомнить, что все композиции посвящены инструменту Black Sax Exclusive. Black Sax Exclusive вдохновил Аню на сочинение песен. Так что после этого Black Sax продается в России на сайте blacksax.ru. Кому интересно, можете посмотреть. А с сентября мы планируем сделать здесь ежемесячный фестиваль, который будет называться Black Sax Power. И будет очень красивая музыка в стиле Neo Soul. И будут приходить лучшие музыканты играть на разных инструментах, которые будут называться Black Sax. Да, дорогие друзья, ну да, это мы вот да, радуемся встрече. И сейчас позвольте посвятить двум прекрасным педагогам, музыкантам. Надеюсь, очень познакомиться с Сергеем Константиновичем. Давно уже очень хотела познакомиться и выразить личную признательность. Вот, и подожди. Я же от чистого сердца. Может, у меня дочка моя будет учиться. Вот. Дорогие друзья, у нас есть еще одна песня. Она называется «Кубик Рубика». Ну, не удивляйтесь такому названию, просто форма получилась такой, что она напоминает кубик Рубика. Я не знаю, почему вот само так пишет.
Ну вот, а сейчас афробит. Афробит. Давайте, 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 давайте
Thank you.
друзья! Впрочем, это Игорь, мой однокурсник по актерскому мастерству. Мы вместе закончили школу. И Алена с нами. Спасибо, ребята. Спасибо. Вы мне тоже такой подарок сделали. Ну что ж, надо немножко диско прокачать, да? Не, ну только если вы помогать будете, а то так нечестно.
Королева, саксофон, вокал. Дмитрий Лугдин, клавиши, Дмитрий Лугдин. Вартан Бабаян, перкуссия, Вартан Бабаян. Петр Дольский, бас-гитара, Петр Дольский. Петр Ившин, барабаны, Петр Ившин. Спасибо большое, меня зовут Тимофей Хазанов. Ждем вас снова на нашей концерте. Спасибо.